Добрый день! Вашему вниманию предоставляется информация по программе переподготовки, организации обеспечения, проведения сделок ипотечного кредитования с залогом недвижимости с участием юридических или физических лиц. Меня зовут Уксусова Маргарита Святославна, я кандидат экономических наук, доцент Государственного университета, проходила стажировку в банке как раз по теме кредитная политика коммерческих банков, маркетинг в коммерческих банках. Регулярно прохожу различные курсы повышения квалификации, в том числе по рискам. И с удовольствием представляю вам программу, которая основана на, прежде всего, на профессиональном стандарте специалист по ипотечному кредитованию и позволяет вам получить новую квалификацию, новую профессию специалист по ипотечному кредитованию. В чем же преимущество этой профессии? Ну, прежде всего, ее перспективность. Известно, что ипотека развивается быстрыми темпами, и уже в 2018 году каждый 10-й человек в России либо взял уже ипотечный кредит, либо возьмет ипотечный кредит. Поэтому это достаточно перспективная сфера. Кроме того, это высокий уровень оплаты труда, высокий уровень зарплат. Мало того, что это оклад, но и премиальная часть, которая состоит из процентов, которые вы получаете от сделки. А так как ипотека – это кредитование не только физических лиц под залог жилой недвижимости, но и юридических лиц под залог нежилой недвижимости, иногда это миллиардные кредитные сделки, следовательно, и проценты очень высокие. Поверьте, они очень мотивируют развиваться в этой сфере. Ну а кроме того, это широкий спектр тех навыков, которые вам необходимы для ведения этой деятельности. Это достаточно интересно и перспективно. Это и какие-то аспекты оценочной деятельности, и какие-то правовые знания, например, в области государственной регистрации ипотечной сделки. Это и вопросы финансовые, например, андеррайтинга заемщиков, то есть оценки платежеспособности заемщиков. То есть таким образом вы приобретете целый набор очень конкурентоспособных таких навыков и компетенций. Ну и, конечно же, в том числе и коммуникативные навыки. Нужно общаться с заемщиками разных категорий, с юридическими лицами и с физическими лицами. Все это будет способствовать вашей личной конкурентоспособности. Я еще раз хотела бы пригласить вас на эту программу. Поверьте, данная профессия высокооплачиваемая, перспективная, интересная. Приходите к нам.